В Красноярске за нарушение норм пожарной безопасности закрыли сразу несколько торговых точек. В числе последних – многопрофильный и очень популярный среди горожан магазин «Вираж» на Северо-Енисейской и «Орбита» на проспекте Свободный. Работа этих объектов вызвала вопросы у прокуратуры. Именно поэтому они будут закрыты до вынесения судом итогового решения. Ранее по той же причине судебные приставы временно остановили деятельность крупного комплекса «Вавилон» и части цокольного помещения центра «Комсомольский». Массовые проверки пожарной безопасности крупных объектов проходят по всей России. Связано это с трагедией в Кемерове.